Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухня на любой вкус. Сегодня готовим очень вкусный рыбный завтрак. Уверена, он многим придется по душе. 100 грамм слабосоленой семги или форели. 1 авокадо. Если вы не любите авокадо, его можно заменить на любой другой овощ на свой вкус. К примеру, перец, помидоры, маринованные огурчики, кукуруза и так далее. Для омлета понадобится 5 яиц. Немного соли, 1 столовая ложка сметаны, 2-3 столовые ложки крупных овсяных хлопьев, 1 кг. Кладем все на сковороду с растительным маслом и готовим под закрытой крышкой на небольшом огне до 10 минут. Омлет лучше всего готовить на сливочном масле или на рафинированном оливковом масле. Если хотите больше рецептов быстрых завтраков, напишите об этом в комментариях. Не забудьте поставить лайк. Ну а я желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. И до новых встреч!